Всем привет, дорогие друзья! И спасибо вам за то, что вы смотрите мой канал. Вообще очень приятно, когда тебе говорят спасибо. Вот получил посылочку от компании Dagger. И здесь вот сразу раз и благодарю вас за покупку ножа и поддержку бренда Dagger. Ну, конечно же, первое, с чего стоит начать, это с того, что бренд все-таки наш, отечественный. И создан он нашим соотечественником. И несмотря на то, что производство располагается в Китае, бренд этот все-таки наш. Кстати, обязательно подпишитесь на соцсети. У Dagger их много. А еще этот производитель ведет активное общение с ножевым комьюнити. Для меня, честно говоря, это очень приятно. Потому что когда производитель не только делает, но и слышит, конечно же, пользоваться его продукцией становится еще более приятно. У Dagger с этим все в порядке. И, конечно же, Dagger уникальны своими дизайнами. Мы уже видели очень интересные решения от ребят. Того же самого зубастого Ронина или кота Баюна, который очень лютый тантует за 200 грамм на самом деле. И вот все бы ничего, но, конечно же, танту это очень классно и хорошо. Но Dagger, черт побери, это кинжал. И если вы не помните, то основатель компании основал компанию, потому что не смог найти на нашем рынке ничего подобного. Ничего кинжалообразного, а очень хотелось. Ну, естественно, хотелось ему не запрещенку, а что-то разрешенное, легальное и то, чем он насладился бы. Здесь история, она и короткая, и длинная, но сделаем его покороче. В 2016 году я сам люблю очень ножи, и я был на одной из выставок и искал себе складной нож такого кинжальных форм. Так. И ничего на рынке не нашел, и решил, что а почему бы не сделать самому. Вот с этого все и началось. Там, в 2016 году там возникла эта идея, над этой идеей начал думать, а в 2017 уже это все реализовалось. И вот мы уже 5 лет и выросли, и, мне кажется, заняли довольно-таки такое весомое место уже на российском ножевом рынке. Собственно, о чем я? К ножу с вами сейчас перейдем. В соцсети уже перешли, обязательно переходите. Много отзывов. Очень крутые комментарии, соответственно, ребята активно отвечают, и также у них есть свой сервис, если вдруг, не дай бог, с вашим ножом еще и что-то случилось. Кстати, плюс российскому производителю, потому что лютая китайщина, конечно же, с Али и так далее, оставляет нас без сервиса, нож сломался, считай, выбрасывай. Но перейдем к комплектации. Первое, что положили пару вот таких крутых наклеек. У Dagger все очень круто с мерчем. Обратите внимание, что можно на стенде приобрести наклейки, можно приобрести различные хэнки, так называемые платочки. Можно, соответственно, и сами ножи, да еще много чего можно приобрести. Такая вот реклама. У них, видите, как бы и наклейки очень крутые, и в то же время реклама своих ножей. Сделано очень круто, очень качественно. Наверное, очень крутой дизайнер старался над вот этими решениями. Шоколадка. Вот такую вот шоколадку положили в комплект. И это, кстати, не в первый раз. До этого также клали. Действительно, мелочь, а приятно. Ну, как бы, знаете, вот одна фирма кладет пластыри. И вроде как люди счастливы, что там пластырь есть, но, знаете, в опытных руках порезаться не так уж и просто. А вот съесть шоколадку с чаем, ну, знаете ли, лишний раз с удовольствием вспомню о производителе. Поэтому мелочь, а приятно. Перейдем. Кстати, прежде чем я достану нож, обратите внимание, коробочка та же самая. Здесь у нас есть Инстаграм, есть у нас сайт российский, есть у нас сайт зарубежный. Какой вам ближе, туда переходите, в Инсту,
на daggerknives.ru или, соответственно, на зарубежный сайт обязательно заходите. Ассортимент там представлен. Жух. И вот в руках у меня Vendetta. Очень интересный нож. И вот почему. В сложенном состоянии его длина практически 15 сантиметров. Много это или мало, решать, конечно же, вам. Клипса черепок, стандартная клипса. Меняются глазки, в тот раз были голубые, в этот раз обычные, очи черные. Красиво, нож полностью выполнен в черном дизайне. Не скажу, что это выглядит как-то супер-мега-тактикульно, скорее очень лаконично и стильно. Действительно, стиль этот нож имеет. Вы только обратите внимание на детали. Как все интересно и хорошо подогнано. Здесь у нас накладки из G10. Ох, какая механика. Клиночек с фирменным даггер-холлом. На клинке у нас VG10. Накладки плоские, имеется вот такая фрезеровка для подпальцевой выемки. Просто, удобно, лаконично. Как по мне, большего и не надо. Что с клинком? Соответственно, вот такая Vendetta имеет клинок в 12,8 сантиметра. Это прям дофига, действительно. Такой вот нож, он не гигант на самом деле, но в то же время для города он позволяет гораздо больше, чем обычные DC-ножи. Здорово ли это? Да еще как, представляете, у вас может не хватить длины клинка для каких-то вещей. Например, для того, чтобы банально отрезать, прорезать какой-то продукт, и чтобы вам всякое не забилось в осевой узел. А тут вы режете, например, там, да пусть даже стандартными 9 сантиметрами, и до осевого узла у вас еще целая куча расстояния. Поэтому я считаю, что такое решение действительно очень крутое. Очень агрессивный клинок. Не скажу, что кинжального типа, так как у нас здесь вот идет ребро жесткости. Уходит оно не в острие, а чуть выше. Тем не менее, давайте еще раз насладимся прекрасным звуком этого ножа. Действительно, очень приятный, очень смачный щелчок. Единственный вопрос у меня к компании Dagger по поводу Dagger Hall, который расположен не очень удобно. Вот смотрите. Вот так вот он расположен. То есть, как спайдерка я это открыть не могу. Зацепиться мне не за что. Могу открыть только за флиппер. Но, тем не менее, обратите внимание, как чертовски круто он выглядит. Это действительно очень классно. Естественно, есть насечка. Насечка здесь у нас на обухе. То есть для того, чтобы мы могли упереться пальцем для строгания. И сделано все это невероятно удобно. Настолько удобно, что этим ножом реально хочется работать. Вот уж не знаю, будет ли кто-нибудь работать настолько длинным клинком. Но могу сказать, что это очень классно. Очень классно, очень круто. Если речь идет о том, чтобы что-то поковырять, что-то пробить, что-то проткнуть, порезать, конечно же, речь идет в том числе и о пикниках, и различной походной кухне. То есть вся вот эта история, когда у вас там надо накрошить какой-то салатик, огурчики, помидорчики, вот это вот все. Вот этот даггер, я думаю, будет просто шикарным, идеальным решением. И опять же, обратите внимание, если режущей кромки столько, не обязательно использовать все. Конечно, осевой узел можно поберечь, и тогда никакой сок, никакие тортики и прочее туда не попадут. Здесь мы можем видеть темлячное отверстие, но не совсем отверстие, а вот такое вот форма оно. Здесь оно сделано в виде спейсера и выходит за рамки рукояти. Покрытие на клинке, кстати, достаточно стойкое. Я тут посмотрел фотографии других владельцев ножей от компании Dagger и понял, что действительно ребята заморачиваются в том числе и над покрытием.
очень круто, я считаю, потому что нож, ну опять же нож EDC, это нож, которым мы постоянно работаем, и хочется, чтобы наш нож выглядел хотя бы, ну, в первый год достаточно хорошо. Конечно же, эргономика здесь на высоте. Мне так не хочется выпускать этот нож. А вам я, кстати, очень рекомендую прийти к компании Dagger на выставку «Клинок. Клинок» в Москве, который пройдет в Main Stage. Обязательно приходите. Обязательно приобретайте очень крутые, очень классные ножи от этого производителя.